Сделать приятное своей маме может каждый. Стартовала всероссийская акция «Парад первых лиц. Парад мам». Приурочили ее к наступающему празднику. 24 ноября в стране отметят День матери. Принять участие в акции очень просто. Для этого необходимо зайти на сайт стенапризнаний.рф, указать e-mail-адрес отправителя и получателя, написать слова, передающие всю глубину чувств мамам, загрузить любимую мамину фотографию и опубликовать признание, а после запостить ее на свои странички соцсетей.